Так. Сила приведет тебя ко мне. Открыть огонь! На! Вот и все. Я его зарубил. Сила привела меня. Так. Надо смотреть, куда бежать. Вот сюда. Жечь. Да. Вот так. Вот и все. Еще одного зарубили. Проблем-то. Господи. Они же искусственные джедаи. Так, а мне куда? Мне туда. Противник. Да. Да. Блин. Пробегаем. Да. Вот так. Теперь будьте внимательны. Тут, кстати, есть где-то секретное место, это в другую сторону совершенно бежать надо. Так. Поэтому можете сходить туда. А мы пока сюда. Если не ошибаюсь, мы правильно идем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно. Спокойно. Блин. Ага. Значит, мне не сюда. Так, ладно. Я должен где-то это отключить. Хорошо. Давайте отключим. Подождите. А я здесь все отключил? Здесь все отключил. Давайте посмотрим. Вспышка. Ну? Где луч-то? Так. Давайте. Бежим туда. Опа. Сюда. Не понял. А. Спокойно. А если дальше туда убежать? Ну-ка, давайте посмотрим. Смогу ли я туда дальше пробежать? Успею? Успел. Ладно. Дальше куда? Тихо, тихо, тихо. Понимаю, ладно. Хорошо. Нет, не сюда. А, вон куда мне надо. Вон куда мне надо. Все. Отключил, взяли пушку. Ну, броня у меня есть. Теперь надо вернуться назад. Давайте я тем же самым путем вернусь, чтобы не блуждать лишними коридорами. И вот трупаки. Сжечь там... их! Ты пожалеешь! Да. Сколько я ваших уже перебил?
На, по ногам тебе. Ты думал, тебе голову отрежу, я тебе по ногам, падла. И прыжок, блин, тихо, прыжок. Прыжок. Вот так. Прыжок. 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 Все верно? Все верно. Сюда. Ой. Ой. Блин. Вот сейчас вот я вам скажу, допрыгнемся мы с вами. А потом был. А, нет, смотрите-ка. Да, да. Я думал, мы сейчас напрыгнемся. Нет, подождите, так не пойдет. И последний. Отрежем ему ногу. Не надо, не надо. Я вспомнил дорогу. Итак, ладно. Суть не в этом. Тут у нас ничего нету. Мы выходим на очень длинную штуку. Да? Так. Ой-ой-ой. Так. Нам сейчас вот по этой штуке прыгать придется, правда. Это очень опасно. Нам в этот коридор, в соседний. Давай-ка. Кто знает? Кто? Кто и где посмел в меня стрелять? Тихо ты, кузнечик. Вот так. Надо вспоминать, куда мне. Так. Здесь мы не проходим. Хорошо. А здесь? А здесь мы проходим. Еще будут? Ну, конечно, будут. Блин, я упал. Давай, насколько я заправлюсь. Осторожно. Мне твои... Вот сейчас кумбиты-то не нужны. Мы с тобой не с джедаями деремся. Хорошо. Я готов. Кто тут? Как Гагарин и Титов. Кто тут? Я тут. Что, меня не видите, что ли? Я же не призрак. Даже сделал. Вот так. Теперь, когда вы все в сборе... Не понял, ты что не помер-то? Вроде всех вас перебил. Так? Не понял, я что не могу пройти? Вот в такую дыру я не могу пройти? Вы что? Серьезно, что ли? Так, а куда мне?
Так, тут закрыто все. Это я и так вижу. Это я и так вижу, тут закрыто. Хорошо. Идем сюда. Здесь тоже закрыто. А, подождите, стоп. Да, ты уж мать-то, как я сюда вообще залетел? Ну-ка, ну-ка. О! Фух. Я уже думал, не туда пошел. Угу. Так. Ого. Так, неплохо. Внизу может быть что-то и спрятано. Но я туда не хочу. Да уж. Да, я тоже. Я... Ой-ой-ой. Кто? Ой, как видели? Видели. Кто не видел-то? Все. Ой-ой-ой, кто-то прыгнул вот на эту штуку и скопытился. Ну-ка, давайте-ка еще. Вот так. Избавились еще от одного. Какая прелесть. На. На. В твой лысый череп. Кто? Блин, еще один. Борец за правду. Да. Как вы мне все дороги. Итак. Ой-ой-ой. Кто? И откуда? Я вам что плохого сделал? Почему вы на меня охоту открыли? Так, 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 вот сюда вот. Да? Блин. Внимательнее. Вот он я. Кто? Так. На тебе. Вот так башку тебе снесем. Здесь мы были. Здесь тоже пристрелили. Но все-таки кто-то один идиот куда-то упал и помер. Я тебя слышал. Да иди сзади. Да тихо вы. Вот я тоже так у меня. Я что-то слышал. Да. Да как так-то? И давай-ка, дружок, полетай. Видели, испепелилось. Вот теперь надо быть аккуратным. Нельзя вот на эти штуки наступать. Опа. Оп. Все, я его сбросил. Даже запариваться не стал. Кстати, по поводу запариваться. А где у меня там? Блин. Не понял. Все. Еще одна. Бамк. И последнее. А то мы с вами, ой, как устанем проходить здесь. Все. Поехали. Раз. Ага. Два. А не получилось.
Раз. Два. Не получилось. Раз. Блин, раз даже не получилось. Вот здесь надо быть очень осторожным. Так. Вот так. Вроде неплохо, да, справился? Ну, мне нравится, как я справился. Так, посмотрим, что у нас здесь. Ничего. С другой стороны. Смотрим и... ничего. Какая досада. Заправимся до соточки. Все, полный бак. Падла. Ну давай. Найдите корабль Галактика. Ай-яй-яй-яй. Ну-ка. Не вижу. Блин, ракетницу бы мне. Опаньки. Блин. Нет, вот этим лучше. Вот так. Все, победили. Теперь можно спокойно идти на врага. Ой-ой-ой. По одному. По одному, ребята, по одному. Убил. Ну куда ты вот так стреляешь-то? Теперь отходим назад и... Отходим назад и... Никакой паники. Никакой спешки. Так, у нас где-то тело должно быть. Вот он. Взяли ключ. Так, сохраняемся. Вот сейчас вот у нас будет сложный эпизод. Даже не знаю, что взять. Ну, так. А нам надо будет еще отстреливаться, как я понимаю. Ладно, давайте. Насколько нас хватит? Блин. Тут-то нету практически ничего. Тихо. Вот мы вовремя спрыгнули. Тихо. Это считается еще нам повезло. Блин. Вот теперь давайте восполним свою жизнь. Говорю же, это будет сложный период. Две ракетницы в тебя. Давайте пока пропустим, я запал заполню. Итак, вот подзаправились. Видите, какой тут простор
Это ведь только астероид. Так, кто тут второй ракетами так кидался? Блин, блинский. Я, вот я хорошо, что сохранился. А? Блин, а почему он не прыгает? Итак, продолжаем, блин. Пришлось немного попыхтеть, так что прошу прощения. Вот здесь. Ау! Назад, назад. Аккуратненько. Сохраняйтесь, не беспокойтесь. Тут по вам стрелять-то уже поди не будут. Я, по крайней мере, всех врагов своих перебил. Так что чего и вам желаю. Всех врагов ваших перебить. Ой-ой-ой. Так. Они вот сюда выходили и пижу из ракеты стреляли. Заметьте, это астероид. А глубина тут, о, мама не горюй, чуть не упал. А здесь у нас... Ха! Бомбу взял, ну ладно. Секретная область. И ничего такого хорошего-то и нету. Поехали. Съездим, посмотрим. Давайте будем готовиться к встрече. Нас должен встречать, если я не ошибаюсь, джедай доморощенный. И ну-ка. Нет, нет, нет. Вот так. Сходим к тем уродам, которые нас прессовали. Помните, да, их? Они сверху по нам стреляли. Здесь. Опа, опа. Так. А с той стороны. Вот, жизни он тебе не надо будет взять. Вот так вот. Блин, вот так вот. Кто придумал такие декорации? Да, кстати, с другой стороны интересно. Мне нравятся такие декорации. Не знаю, как вам. Так, ускоритель силовой, так. Все, вот отсюда по нам стреляли они. Эти петушары. Пау-пау. Можно, кстати, на этой штуке не плавать, если хотите. Потому что ее в любом случае сбивать будут и охотиться по ней. А посюда прыгать, прыгать, прыгать. Две ракетницы, один вот здесь будет стоять, другой там. Ну, это вы видели уже. А нам надо, если я не ошибаюсь, сейчас. Что это? Ага. Мне предстоит ням-ням работа. Так, куда нам? Наверх сначала, вниз. Ну давайте сначала наверх. Посмотрим. Что это? Давай, что это? Я что-то слышал. Да. Еще... Так, мне здесь что надо включить? Так, что-то мы отключили. Больше тут ничего и нету. Ну, не знаю, имперский ключ там, наверное, брать надо будет. А нам нужен ключ охраны. Хорошо, идем ключ охраны брать. Берем. Туда-сюда будем кататься. Ну, это недолго. Это поначалу, когда не знаешь, да. А потом это недолго. Так, вот здесь вот я уж не помню, там есть у нас что-то или нет. Куда? Вон туда вниз.
Ага. Пустите меня. Я отсюда пришел. Все-таки, значит, нам придется вниз. Поехали. На. На. Все. Все. Перебили всех, кто бы нам мог помешать. Ну, туда нам не надо. Что? Шарик. Шарик — это очень ведь ценная вещь. Ой, а куда это ведет? Вниз. Спокойно. Ага. Понятно. Ну и еще разок вниз. Теперь мы знаем, что нам туда не надо. Ну, сюда тоже уж не пойдет. Какая серьезная папа. Тихо ты, противник. Побереги силы. Тихо. А вот теперь вот. На. Сможешь отбить все мои атаки. На. Блин, отбиваешь, ладно. Какая серьезная баба. Сна... ты снова меня удивляешь. Похоже, у нас не... Я что-то слышал. Да. Зайди сзади. Да. Так, я не понял. Какая серьезная попытка. Тихо. Какая серьезная попытка. Да ё-моё. Как вы меня достали? Будьте готовы. Тихо. Ух ты, ух ты, ух ты. Какая серьезная. Ну так-то, я уж даже не знаю, мне драться с ним или нет. Он мне так-то не особо нужен. Какая серьезная попытка. Да. Так, что у меня здесь? Хоп. Ты сбежишь как трус. Да. Я сбегу как трус, и что? Неужели джедай побежит? Да. Еще как побежит. Вот так. Сойдет. Отрезали тебе ручки. Отрезали тебе ножки. Поехали. Туп-туп-туп-туп. Так. Все. Пока-пока. Неужели он сбежит? Конечно, сбежит. Сдались вы мне все хором здесь. Вот здесь, по-моему, где-то секретная область все равно есть. Точно сейчас не могу вспомнить. Но она должна быть. Так, выше. И выше, и выше, и выше. Преодолевая расстояние. У нас еще остался один лифт. Ну так-то вот вообще-то на лифтах-то чего бы нет. Не пешком поднимаешься, и ладно. Откроем. Открыть огонь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Ой-ой-ой. Все. Проблема была решена.
Смотрите, 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 какое. Вон там я прыгал. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ой-ой-ой-ой, как высоко-то. Как высоко. Вы посмотрите только. Так, спокойно. Вот здесь точно, точно должен быть джедай, нет? Падла. Почему я их всегда ожидаю? Ну, я думаю, на этом все. Продолжение игры. Смотрите. В следующей серии. Пока.